Дерзайте, это слово прям божественное. Ибо Христос сказал Евангелию, дерзайте. То есть не будьте вы безразличными, ленностными. Стремитесь. Да, Не получается, дерзайте, вперед, Вот. Поэтому дерзание, я вот всем говорю, ребята, дерзайте. Господь поможет. Обязательно идущему путь. На благое дело. Господь под ручку возьмет и поможет. И маленькое такое примечание в нашем клиросном, вот в этом служении, чтобы говорить, дерзайте, но не дерзите. Да, это разные слова. Не будьте. Одного корня, ну какие разные. А приходы хотя бы на престольные праздники или там на какие-то другие обмениваться и опытом петь. И вместе петь. И этим вырабатывать какой-то все-таки, ну, такой более общий стиль пения. Потому что если никто никуда не ездит и сам не ездит, и не принимает, он постепенно вырабатывает некий свой, оригинальный, но несовместимый ни с кем, с другим стиль пения. Грустно, когда конец приходит доброму, хорошему. Вот как сейчас у нас трапеза. Но это неминуемо. И это мы должны признать. Как факт. За молитву Литве, Сыне Божий, помилуй нас. Спасибо.
милостивый Господи, спаси и помил рабство священной Ирии Александровны, милы, и чады, и всекилыч, и питающих. Ищу зори, от всякие оскорби гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, и проститься мною согрешение вольное и невольное. Душам нашим полезное сотвори и сохрани их на многое лето. И сохрани их на многое лето. И сохрани спаси Христос! Все прекрасные фразы. Неправильно поете. И, как говорится, наша задача как гостей, как я понимаю, заключалась в том, чтобы вовремя кончить. И мы это сделали точь в точь. Спаси Христос! Это здоровье! Спаси Христос! Спаси Христос! Да. Спаси Христос! Все замечательно. Все прекрасно.